us to crush them if there are any questions that can answer them in English, if necessary. Окей. Итак, я буду говорить о документации говоров западных предков. И, ну, я не знаю, успею ли я сказать о структурных изменениях, тем более, что аудитория у нас антропологическая, здесь не лингвистическая. Так что я в основном расскажу о выборах, о степени их сохранности, ну и о том, и немножко о том, как можно их поддержать, на мой взгляд, и, может быть, оживить как-то. Ну, это некоторые результаты наших экспедиций последних, почти, да, до 15 лет, уже скоро приближается к 20 годам сбор нашего эвенкийского материала, потому что к эвенкийскому материалу мы подошли через иркутский, эвенкийский как контактирующий язык. Вот, ну вот здесь перечислены, значит, гранты, на которые мы ездили в экспедиции, а вот некоторые из наших проектов. Работа над эвенкийском началась с проекта, поддержанного Институтом открытого общества. Это двое многоязычия и переключение кодов у малых языков, в языках малых народов Туруханского района, потом был проект взаимодействия сегментной, суперсегментной фонетики, уже регионы здесь пошире, это среднее течение Енисея и среднее верхнее течение Таза. Потом у нас был проект по подготовке к публикации, ну, обработке, сбору текстов истории жизни, назывался он «Изменяющаяся Россия», рассказы о жизни гетто психопов и эвенков. Потом у нас был проект мультимедийный, анонсированный корпус восточных говоров эвенкийского языка. И вот мои коллеги, которые сегодня тоже в первой, значит, в первой части сегодняшнего заседания будут представлять свои доклады, они как раз участники проекта и по сбору обработки текстов, и по подготовке корпуса эвенкийского аннотированного. Ну вот, последний из завершенных проектов – это создание сайта, на котором как раз мы постарались, ну, еще начали только, потому что еще есть много, что в нашем архиве выкладывать, обрабатывать и выкладывать, но мы постарались выложить и социолингвистические данные по тому региону, в котором мы работаем, и по вот, текстам, у нас есть глоссированные тексты, у нас там есть озвученные словари, пока там не так много говоров, но в принципе у нас будут представлены в словарях все звучания, лексики, говоров там, ну, так, до 2000 лексем, лексики по вот, говорам, по всем говорам кетов, по всем говорам сейхуков северным и кое-что из южных, и пока по западным веткам. Вот мы надеемся продвинуться и на восток, потому что, ну, вот из Эвенкии уже будем выбираться, там, наверное, все поселки мы объездили. И сейчас у нас идет проект «Корпусные исследования синтаксических структур устной и письменной речи исчезающих языков», опять на материале этих самых трех языков, на материале нашего архива, и, естественно, дополнительные будут у нас экспедиции.
Ну, про ивенков, значит, просто данные последней переписи, надо сказать, что, конечно, данные переписи по малым народам и по владению их языками очень такие зыбкие. Ну, еще по численности, может быть, куда ни шло, а по владению языком и по признанию разным языком, но что есть, то есть. И если данными переписи 2002 года вообще пользоваться, на мой взгляд, просто невозможно, там, фантастические цифры, то перепись 2010 года немножко лучше, и главное, что в ней есть данные по признанию этнического языка родным, что дает возможность сопоставлять данные этой переписи с данными переписи 1989 года. В переписи 2000 года таких данных просто нет. И там есть данные о владении языком. И вот тут мы обнаруживаем замечательную тенденцию сегодняшнего дня, ну, последних лет 20 во всяком случае. Это респонденты называют язык, ну, те, кому переписчики обращаются, родным, не владея им. Вот посмотрите. Вот среди ивенков признают, да, 37 843 ивенка по данным переписи, ну, количество увеличилось на больше, чем на 7 500, народу больше стало, а вот количество признавших ивенкийский язык родным, наоборот, ну, не уполовинилось, но почти, да. При этом, если мы сравним данные о владении языком, да, те, кто сказал, что реально говорит по-ивенкийски, то у нас там получится 1350 человек, которые сказали, что их родной язык ивенкийский, но ответили, что они на нем не говорят, не назвали его среди языков, на которых они говорят. И это значит, что вообще понятие родного языка, по крайней мере, для малых народов Сибири, потому что это не только по ивенкам, по долганам там вообще фантастическое расхождение. Там что-то порядка 4, там около 5 тысяч признавших долганский язык родным и меньше 1900 с чем-то владеющих долганским языком. Так что вот язык это превращается в символ, и это символ этнической принадлежности. Вот я и очень часто, когда мы в поле мы проводим социолингвистические обследования в обязательном порядке везде, где работаем, и когда мы задаем вопрос про родной язык, очень часто, ну, нередко бывает ответ. Ну, допустим, я ивенк, ну, конечно, у меня родной язык ивенкийский, только я на нем не говорю. Ну, то же самое с кетским, то же самое с циркупским бывает. Ну, вот так вот. Ну, и это из данных переписи видно. Теперь смотрите, вот еще одна интересная вещь. Говорящих по-ивенкийски в России на примерно 500 человек больше, чем ивенков, говорящих по-ивенкийски. Означает ли это, что ивенкийский язык выходит за пределы? Ну, 500 человек – это все-таки много для небольших относительно языков этнической группы, так или не много. Ну, конечно, в числе вот этих 500, лингвисты, сколько их там не берется, некоторое количество, ну, вот, вот не знаю, насколько это цифра достоверна. Ну, по западным ивенкам, они в меньшинстве, да, из 38 тысяч, только 4372 человека проживают в Ивенкии. Ну, еще порядка 150 в Туркманском районе. Ну, это вот погода не делает. Еще было, по-моему, по данным переписи, около 100 человек в Томской области, это сымские ивенки. Ну, в Томской области там говорящих, наверное, человек 8 осталось.
в Туруханском и, соответственно, Сымские венки есть еще в Енисейском районе, там тоже человек 5 говорящих, ну, немного. Вот. Говорящих по данным, значит, переписи, владеющие языком среди западных ивенков, 800 человек, это, конечно, завышенная цифра. Я думала, даже не в два раза, а больше, но уж не меньше, чем в два раза. Вот. Значит, что мы собираем, когда мы ездим в экспедиции? Мы собираем, естественно, демографические данные, социолингвистические данные, мы проводим анкетирование, оно не всеобщее, а выборочное, но процентов, наверное, 30, а в маленьких поселках иногда и процентов 70, вот. И венков, да, но если там другие коренные малочисленные народы живут, мы покрываем нашими анкетами. Вот, лингвистические данные в обязательном порядке, это в первую очередь тексты, это озвучка словарей, лексика, значит, и грамматические анкеты. Фольклор, ну, это вот среди текстов, но не только, конечно, фольклорные тексты, всякие тексты на. Интересные диалоги, хотя они редко попадаются. Ну, информацию о традиционной жизни и об инновациях всяких, это тоже все, что попадается. Потому что бывают такие ситуации, когда вообще все это знают и про традиционную культуру, буквально единицы пожилых людей в некоторых поселках. Ну вот, что принципиально для нас при сборе лингвистических данных, это что все, что мы собираем, обязательно записываем звук, просто вот без звука мы сейчас никаких ни анкет лингвистических не заполняем, ничего. А тексты, когда мы записываем, мы обязательно это снимаем на видео. Еще и надо сказать, что наши информанты, они совершенно, как правило, не возражают, и более того, это иногда даже стимулирует к рассказу, потому что интересно бывает людям получить потом вот свое видео и внукам показать, как они это делают, или дети. Мы стараемся охватить как можно больше респондентов, и не только тех, кто хорошо владеет языком, а и тех, кто слабо говорит на языке, потому что здесь можно посмотреть, как вот просто материал хороший получается для исследования утраты, процесса утраты языка и процесса изменения языка при языковом сдвиге. Ну, это, собственно, не наша инновация, это уже у Нэнси Дориан лет 20 назад была 15 как раз работа про исследование не полностью владеющих языком, это действительно богатый материал в ситуации, когда язык исчезает. А вот все языки, все три языка, с которыми мы работаем, к сожалению, относятся к разряду исчезающих. Ну, можно посмотреть, даже сопоставлять, например, двух переписей, 15 лет прошло между ними. Вот. И, соответственно, да, я уже сказала, что мы с разными степенью владения работаем языком. Вот документация местных, значит, говоров, локальных говоров западных ивенков, она включает обязательно социолингвистическое обследование каждого поселка, в котором мы работаем. И на сегодняшний день у меня есть два, а дальше должна быть цифра 6. 26 settlements, I'm sorry. Значит, 26 поселков у нас обследовано на территории проживания западных ивенков. Вот. Ну, это какие регионы, районы такие, административные, это вот Ивенкийский, Тайгорский, Туруханский и Енисейский районы Красноярского края. Соответственно, поселки Турачиринде, Эгонда, Туданчаны, Кислака, Лучани, Юхта, Дудинка, город тут среди всего этого есть, Потапово, значит, первое, ну, по заточке с запятой, это Иверхия, дальше Дудинка, Потапово, Хатайское озеро,
это Таймыр, Байкит, Суренда, Балиус, Стрелка, Чуня, Мударай, а нет, Байкит, Суренда, Балиус, это бывший Байкитский район, тоже на территории Ленки. Дальше Стрелка, Чуня, Мударай, Манавара, это тоже Ленки, но бывший, по-моему, этот самый, Дубусычевский район. Дальше Савречка, Советская речка, это Туханский район, Сым и Ярцево, это Енисейский район, это Сымские Ленки. И, наконец, значит, Верхний Кирский, Кокосовский район и Томской области. Вот Кокосовский район, там мы могли только констатировать исчезновение сымского говора и венкийского языка, на котором там когда-то говорили. А вот в Верхнекетском районе, в Белом Яре и в Степановке, там есть, ну, в Белом Яре просто живет мой брат и сестра, им за 65, обоим брат постарше, сестра, значит, младше его, вот они носители реального языка, а в Степановке есть еще такие слабоговорящие, и в центральном тоже в поселочке. Ну, в Кокосе, на Пасе никто не говорит, отдельные слова помнят. А в Красносельском районе братья Польки есть потомки, осельгубившиеся, перешедшие на сельгубский язык, потомки сымских и венков. Группа сымских и венков где-то с конца 19 века, может, даже чуть пораньше, пришла вот на север, в бассейн Таза, и жили они среди сельгубов. И с последним исполнителем фольклора там, вот мы встретились ивенкийского, причем он... Это песенный, эпический фольклор, он пел, у нас есть запись, до сих пор не расшифрованная, потому что когда мы ехали в сельгубский язык, это был 96-й год, и не было соображений про то, что надо вообще собирать все, что есть, что открывается тебе и по языку, пусть это не язык твой целевой экспедиции. И это был исполнитель вот эпических песен на сымском диалекте сельгубского языка. Сейчас ни в Рате, ни в Тольке говорящих по-ивенкийски уже не осталось. Но в 70-е годы, когда я студенткой там была, то там было много говорящих, но опять же мы работали тогда с сельгубским. Ну вот это... Соответственно, карточка такая кривая, косая, а вот регион, райончик, в котором, значит, мы работаем. Это вот у нас кусок Таймыра, это у нас Ленкия, вот, и это вот сюда, Штазу, вот это наша территория. Вот, а вот эта карточка поменьше, и здесь есть все населенные пункты, которые... Я называла, вот он, Туруханск, такие рыбные точки, вот она, Дубинка, вот туда вот там внизу, Томская область. Так, это я просто покажу несколько информантов, это из Чинзы, наша замечательная сказочница. Это информанты из Стрелки Чуни, вот смотрят, что получилось на видеозаписи, только что они рассказывали нам истории. Это процесс расшифровки текста в Сыме, вот как раз Елена Кличко у нас будет доклад делать, она тогда, по-моему, первый раз поехала, нет, уже вторую экспедицию с нами, студентка еще была. И про языковую ситуацию, что же там происходит в поселках. К сожалению, следует сказать, что во всех поселках, даже там, где большинство населения, подавляющее большинство населения составляют ивенки, почти моноэтничные поселки, это Суренда,
там больше, ну, под 90% ивенкийского населения, это Эконда, 85%. Ну, Савречка там, спасибо, везде основным средством общения является русский. То есть монолингвов с ивенкийским на территории проживания западных ивенков уже не осталось. Исключительно русский, а по-русски говорят все. Вот по-ивенкийски говорят далеко не все. Главное, что в семьях говорят с детьми по-русски. Поэтому детей, говорящих по-ивенкийски, поселков, где живут западные ивенки, ну, практически не осталось, есть только один поселок, Советская Речка. Вот он такой вот сейчас. Вот они, значит, савренческие говорящие на... Дети, которые говорят, говорят чуть-чуть, говорят слабо, но, по крайней мере, у них есть... Да, вот молодой человек, который хорошо владеет ивенкийским. В других поселках таких молодых людей может и не быть. Вот. Значит, везде идет языковой сдвиг, переход с ивенкийского языка на русский. Причем, если там когда-то вот говорили в 60-е годы, может быть, в 70-е, рекомендовали в школах не говорить с детьми, родителям, да, по-ивенкийски, сейчас ничего этого нет, но инерция осталась. Вот, пожалуйста, дедушка с внуками, внуки не владеют языком, бабушка с внуком, ну, соответственно, бабушка прекрасный носитель, а вот это замечательная... Женщина, ей за 90 было, когда мы были в Эконде, и она всю жизнь без русского языка жила, пока не появились правнуки, и чтобы с ними говорить, она стала маленько говорить по-русски. Вот бабушка из Сыма, значит, разрыв между поколениями. И реально вот, функционирует, значит, во всех практически поселков вот реальная функция языка, вот для чего люди чувствуют, что им нужен язык ивенкийский, это для того, чтобы секретничать, удобный язык, и для того, чтобы, естественно, сохранять историю. Значит, это фольклор на языке и ну, история жизни, особенно если про шаманов истории, вот дети, не говорящие по тайскому лозере. Но про образование. Вообще ивенкийский язык преподается, а на территории Ивенкии даже до 9 класса включительно, не полная средняя школа. Вот посмотрите, везде все есть. Но, к сожалению, абсолютно эти занятия неэффективны или ну, просто очень малоэффективны. И понятно, что это не только наши данные, в этом говорят, и не только данные по России, а данные по всему миру практически, что просто преподавание языка в школе не дает гарантию его сохранения. Вот. А здесь много зависит и от отношения к этому преподаванию со стороны всех, и от того, насколько квалифицированный учитель, и каковы учебные материалы, и каков язык, который преподается, потому что это особая статья. Вот во многих местах нам говорили, в школе нашим детям преподают то, что называется литературный ивенкийский, ну, это на базе Полибусовского говора создан, и учебники все сделаны, почти все, вот сейчас в Якутии выпущен один учебник, с ориентацией на местные говоры и стараются что-то делать в Туре для северного наречия. Но все равно основная масса учебников – это вот литературный язык основанный. И в результате дети не находят поддержки в своих поселках, в своих семьях, у бабушек, дедушек. Значит, что... Ну, нельзя сказать, что люди не озабочены сохранением языка. Однако, и все говорят, что, конечно, мы хотим, чтобы наши дети все знали, однако, даже те родители, которые вроде хотят сохранять язык, все равно говорят с детьми
по-русски, в основном по-русски или исключительно по-русски. В чем же дело? Значит, в том, что если язык предков – это как бы некоторая ценность, все равно гораздо актуальнее для людей то, чтобы дети хорошо говорили на языке, на котором образование, перспективы и так далее. Ну, вот это позитивно. Значит, к многоязычию относится очень хорошо, но многоязычие связано в основном с предками. Вот мои родители, мои наши дедушки и бабушки знали много языков, какие люди были замечательные. И вот должна я вам сказать, что очень мешает сохранению языка, изучению языка в школе, поддержке языка такой предрассудок, который распространен повсеместно, и не только в России, как я погляжу, просто как я слышу от коллег, это то, что для того, чтобы овладеть большим языком, государственным языком, который открывает дорогу к образованию, к карьере, надо оставить свой язык. Вот идея о том, что знание двух языков лучше, чем знание одного, пропаганда многоязычия, это то, что сейчас делается в Европе, в некоторых местах, вовсе не везде, где-нибудь в Германии тоже вызывают родителей и говорят, дома с детьми, пожалуйста, по-немецки, чтобы они лучше усвоили немецкий. Вот, современная жизнь. И это ужасная безграмотность лингвистическое население не только России, нашей матушки, но и, как видно, большей части мирового сообщества. И это очень-очень вредит малым языкам. Вот. И поэтому первое, что надо делать для поддержки языков, это пропагандировать превосходство, преимущество знания двух или больше языков над знанием только одного. Причем понятно, что знание двух языков с детства, которое дается как бы за так, оно потом открывает лучшие перспективы для изучения больших языков, к чему сейчас многие стремятся. Выучить английский легче, если ты знаешь, скажем, лингвистский и русский, а не если ты знаешь только русский. Это совершенно верно. Вот много исследований про это проводилось, лингвисты этим много занимались, это уже, можно сказать, доказано. Вот. И, соответственно, в каждом поселке есть свои, значит, некоторые интересные моменты, хотя везде языковой сдвиг, и везде говорящих все меньше, но вот какие-то моменты истории поселка, которые следует учитывать при составлении проблем, при составлении каких-то планов поддержки языков. Вот, ну это вот, не буду я пропущу грамматику, потому что времени уже нет. С одной стороны уходит, скажу просто без примера, уходит вот это противопоставление в эвенкийском и в эвенском, это есть и инклюзивных, и эксклюзивных форм, местоимений личных первого лица множественного числа глаголов и лично притяжательных местоимений в именах. С одной стороны, как бы под влиянием русского языка и других окружающих языков, якутского тоже, потому что там этого противопоставления нет. А с другой стороны, под влиянием языка с дуалисом, по-видимому, влиянием, так получается, что в зоне контактов с сомалийскими языками возникает противопоставление внутри инклюзивных форм широкого инклюзива, узкого инклюзива. Вот мы с тобой, в смысле мы двое, и мы с тобой, в смысле нас много, вот мид и муд по северным, по некоторым северным эвенкийским говорам, довольно четко это противопоставление выявляется. Это такая инновация. Вот тут несколько примеров СМИТ, где явно узкий круг. Вот мы вдвоем-втроем данный формат объясняют, мы проводили опрос. А МУД – это вот мы, общество большое. Это, поскольку была речь о захоронениях, должна сказать, что в Суринде до сих пор, ну, в 2005 году мы были, практиковались детские воздушные захоронения. Вот пример. Это где-то
ну вот 2004 года захоронения. И вот такие замечательные назгулы стоят тоже на Сурентинском кладбище. Так, и, по-моему, спасибо за внимание. И прошу прощения. Thank you very much. I think we have a little bit time for questions before we go next. We started a little bit later, so I would ask you. Вы знаете, среда есть в том смысле, что есть ли еще говорящие, и есть ли еще возможности. Вот еще один предрассудок, который, на мой взгляд, существует, и который очень вредит существованию малых языков, это то, что малые языки напрочь связаны с традиционной жизнью. На самом деле, малые языки в интернете – это такая же, это может быть такой же реальностью, как малые языки на стойбище и в поселке. Ну, на самом деле, на том же Ивенкийском можно говорить обо всем. Ну, там, не о математике, но о современных гаджетах, если уж это использовать, да, почему бы не. Вот это немножко такая искусственная связь. Дело в том, что ведь на стойбищах тоже не получается, чтобы язык сохранить. Поэтому среды как-то, с одной стороны, она вроде бы есть, а с другой стороны, ее вот в субречке молодежь иногда говорит, ну как они сами говорят, и как мы слышим, говорят насмешанно. Постоянное кодовое переключение. Вот эту среду можно создавать просто агитацией, простите, и пропагандой. Вот. Но есть еще, вот, где-то есть, где-то нет, там, где младшим носителем глубоко за 60, там, конечно, среды уже нет. Там уже можно только искусственную среду создавать каким-то образом, вот, типа курсов. Ну, заинтересовать можно везде и всегда. Вот. Поэтому так. Вот в субличке есть еще естественная среда, и если ее поддержать, то как бы людей поддержать в этом. Вот я с большим интересом услышала, что в Якутии сейчас распространены курсы ивенкийского языка. Кстати, в Туре тоже там у них были курсы, созданные ивенкийского языка для взрослых. Так что среда, и туда входят еще один момент. Нет, это не для детей, а для взрослых. И туда ходили из отдела культуры, не обязательно эльфы. Вот мне кажется, что еще очень важно при их школе и вот, на кого, если курсы создавать, чтобы это все не ограничивалось только этнической группой. Потому что эти курсы должны быть открыты для всех. Это повышает престиж языка, людям интересно. Я с печалью услышала, что это, правда, не ивенкийского языка касается, а эллинского, что в детском саду Потапова, куда сначала пускали, там у них что-то вроде языкового гнезда, в 11 году было открыто, создано. И вот что оттуда теперь ну, выставляют не энцев. По-моему, это очень плохо для успеха предприятия, для сохранение эллинского языка. Как раз интерес извне к языку очень подогревает интерес и внутри группы. Это вот по моим наблюдениям. Thank you. Александра? Спасибо большое за выступление, за впечатляющие работы. У меня два вопроса. Первый, я слышала, не знаю, если это федеральный закон или если это только якутский закон, не знаю, но изменения в теперь уже как будто не будет обязательно ребенку выбрать как бы родной язык, это будет как бы опция.
И как бы местные люди, кажется, очень волнуются о том, что это как будто наравне смерти языка, это первый. И во второй, вы говорили, якутские инициативы насчет языка. Во-первых, я смогла наблюдать, как вот эти современные группы, я знаю, что в Венки есть Чапугир, который по-венкийски поет, не знаю, действительно ли он, действует ли он для сохранения языка. Но в Якутии вот это Митр Венки, они поют смешанные, наверное, знаете, да, Митр Венки? Есть полностью тексты на венкийском, есть смесь русского и венкийский, и вот это такой замечательный успех у всех на телефоне от дедушки до трехлетнего ребенка. И это, мне кажется, действует больше, чем любой учебник, потому что их море этих учебников, никто их открыть не хочет. И последний есть, для тех, кто интересуется, в группе ВКонтакте, ЭВНК есть группа, есть даже, теперь они сделали уроки, которые можно скачать, и теперь сделали программу, которую можно на мобайл-фон, на спутниковый, на сотовый телефон. Так что есть современные. Есть, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Вот что касается законодательства, то это печальная история. Это общая тенденция у нас в России, к сожалению, потому что вот свести это как бы на выбор, вот тут речь начинает вестись о правах человека, человек может выбирать вместо того, чтобы вести агитацию за то, чтобы... выбирали родители, да, приводили детей учиться и выбирали языки, скорее ведется агитация, я это заметила, вот, например, в Красносельхубском районе, тоже среди сельхубов, но тенденции общие, что, ну, тут же не, родители не хотят, чтобы дети учили язык, зачем преподавать? Вот это очень нехорошая тенденция, она идет сверху, и на местах за эту идею хватаются многие с удовольствием. Вот это грустно, потому что ну, вот, действительно это угроза преподаванию языков, хотя преподавать надо по-другому. Хороших учебников мало. Вот есть хороший венкийский учебник для начинающих Лихановой. Но он единственный, там продолжения нет. Уроки в интернете – это замечательно, и, по-моему, за этим будущее. Вот мы сделали сайт, я говорила так, вкратце пробегала этот проект. И как раз вот Лена Кличко, она автор уроков, там тоже у нас на сайте есть учебные материалы. Это уроки ивенкийского для начинающих, там лексика. Вот, соответственно, значит, это самый адрес сайта. Вообще, я всех приглашаю посмотреть и как-то вот отозваться, дать хороший совет или критику на наш сайт. Потому что это наша вот, продукция. Мы закончили проект в декабре. И, ну, там еще много чего надо загружать, но нам как раз обратная связь была бы очень важна. Спасибо. А вот насчет песен, конечно, вот ансамбль это замечательно тоже. Очень современно. То есть малые языки должны быть современными, они могут быть современными, да. Это важно. А Чапугир, он эффектный, нет? Ой, он, по-моему, по-русски больше поет. Может, да, да. Чапугир, но его нет уже, он умер. Да. Олег Чапугир. Ну, песни-то остаются. Песни остаются, есть. Но дело, там сейчас новый есть кто-то в Ивенке, я забыла фамилию. Да, но тот исключительно по-русски поет. Он, кстати, да, он очень популярен, но там только русский. У Чапугира есть песни, да, и слушают люди.